Доброе суток, уважаемые подписчики и гости канала Rock and Craft. Сегодня мы говорим о классиках популярной музыки. Сразу о трех легендах. О Гордоне, о Роди и о Роберте. Ну и начнем с Гордона. Sting, The Bridge. Первая новиночка на сегодня — это новая пластинка Стинга, то есть Гордона Мэтью Томаса Самнера, известнейшего музыканта, бывшего лидера коллектива The Police, ну и человека, сделавшего потрясающую сольную карьеру. У него чуть ли не два десятка Грэмми, включая и карьеру в Police, и сольное творчество. На самом деле, как я тут узнал, оказывается, последнее время Sting не то чтобы прямо феерически продается. Нет, он продается на хорошем уровне, но это уже далеко не тот уровень, который был раньше. Нет вот этих всяких миллионных платиновых продаж, нет суперхитов. Стабильно, но не феерично. Судя по всему, он уже работает на старую армию поклонников, не пытаясь завоевать какие-то новые горизонты. Исходя из этого знания, я подумал, а возможно, как раз будет альбом очень удачный, потому что уж если меня причислять каким-то образом к поклонникам Стинга, то я как раз из старой армии, мне не нужны никакие новаторства от него. Я хочу услышать классический звук ранних сольников и классический звук Police. То, в чем он был мастером, настоящим мастером. Дальнейшие эксперименты со звучанием, там вот с электронным, например, они были разнообразные, иногда успешные, иногда менее успешные, иногда какие-то банальные, скучные, иногда действительно прямо в точку. Но, так или иначе, неровные. А вот классика его, что Police, что ранние сольники, там было всегда качественно и ровно. Пройдемся по песням, основным композициям нового альбома. Что получилось в этот раз? Сразу скажу, мои надежды оправдались. Russian Water — это второй сингл с нового альбома. Динамичный, хороший, хитовый припев по звуку даже ближе к Police, нежели к сольному творчеству Стинга. If it's love, it has no season. If it's love. А это первый сингл с альбома, то есть с пластинки вышло всего два сингла. Тут похвалить особенно не за что, но с другой стороны, это идеальный радиоформатный сингл. Так, за такое не поругаешь. The Book of Numbers. Эта композиция с альбома мне понравилась больше всего. Это типичный Sting. Правильно, так спокойно. Сделано под Грэмми, но при этом сделано не шаблонно. Если даже сделано шаблонно, то это как раз те шаблоны популярной музыки, такого шаблона софт-рока, который сам Sting создавал. Причем в припеве есть энергия. Да, это такая легкая энергия, но это энергия того самого софт-рока. Он гуру в этом стиле. Если вот по композиции The Book of Numbers, поскольку она мне больше всего понравилась на альбоме, делать какой-то общий вывод по пластинке, то это идеальный Sting, который все еще помнит о том, что он был участником коллектива The Police. Loving You. Все еще Sting периодически вдохновляется регги. Все-таки одним из основных стилей Police был регги именно. Отлично запоминается припев. И не будем забывать, что записи Стинга всегда имеют свою узнаваемую атмосферу. И данная пластинка не исключение. Свой определенный вот звук, продюсирование, атмосфера. He's got no money, but his head's up in the star. For Her Love. Это так любимая, одна из так любимых им акустических баллад с перкуссией. Красиво и близко к вещи Shape of My Heart. I don't carry any weapon, I don't care. The Hills on the Border. Ускоренная перкуссия припева дает хорошее движение. Вообще на альбоме практически нет проходного материала. Возможно, нету и прямо убойных хитов, хотя великолепные вещи типа Russian Water и The Book of Numbers в наличии. Но в целом, если брать вот так усредненно, этот альбом никак не уступает его лучшим пластинкам. Если брать в среднем по материалу. И не зацикливаться на каких-то прямо великолепных хитах. Хотя, повторюсь, вот две вещи мною уже неоднократно названы, они, по мне, не уступают его как раз-таки лучшим хитам. She is a creature of captivating beauty.
Captain Bateman. Даже вроде как в стандартных композициях Sting душевен. И здесь он немного так напускает востока. Ну, в стиле Desert Rose, я бы сказал. Но без каких-либо электронных мотивов. Оставшиеся две композиции на альбоме отдельно обговаривать не буду, но скажу, что они, опять же, не проходные и они выверенные. То есть эти две вещи оставшиеся, это не минус для пластинки. В совокупности, вроде все просто и вообще совершенно не ново. Но непонятно, какие минусы вы тут можете найти. То есть если в принципе у вас нет какой-то личной неприязни к Стингу, непонятно, как вам может это не понравиться. Это радиоформатная музыка, это софт-рок, это поп-рок. Но нельзя его назвать коммерческим. То есть не создается такого ощущения, что Sting по определенным лекалам, им же созданными когда-то, им и такими, как он, там, Филом Коллинзом, например, что он просто лепит ради денег. Нет, совершенно, вот этого ощущения нету. Он просто использует свой фирменный стиль. А не именно не лекала и шаблоны. Он использует свой фирменный стиль, чтобы создать еще ряд успешных композиций. Материал сильный. И, на мой взгляд, даже вот отсутствие каких-то убойных хитов, возможно, идет в плюс. Потому что он не концентрировался на том, что нам нужен вот супер-сингл. Нет, он просто писал от души. Альбом не длинный, емкий. Цельный. Моя оценка пластинки, знаете как, при первом прослушивании 7 из 10. А такое прекрасное послевкусие остается, что безусловно 7,5 из 10. Очень достойная пластинка Стинга, не уступающая, на мой взгляд, его самым основным классическим альбомом. А теперь Роберт. Роберт Плант и Элисон Краус. Raise the Roof. Тоже новая пластинка, буквально недавно вышла. Это продолжение альбома Raising Sand 2007 года, который взял аж 5 Грэмми, включая альбом года. Продолжение записано тем же составом, что и первая пластинка. То есть Плант Краус и два гитариста. Марк Рибо, который много лет работал с Томом Уэйтсом, в первую очередь именно известен поэтому. И Ти Боун Барнетта, который также является продюсером записи. Да, и такой известный продюсер и белый блюзмен. Первая пластинка, кроме того, что взяла 5 Грэмми, показала великолепные продажи. Второе место в Британии, второе место в Билборде, аж платиновый статус в США и аж 600 тысяч экземпляров в Британии. 600 тысяч экземпляров в Британии — это гораздо круче, чем 1 000 000 в США. Ну, вы сравните население и площадь. В плане композиций тоже концепция соблюдена. Все вещи каверы, кроме одной песни, написанной Плантом в соавторстве с Барнеттом. Также пройдемся по основным композициям. Все не упомяну, но несколько основных, чтобы сделать выводы. Quattro. Я бы назвал это блюграсс, выросший на блюзе. То есть, блюграсс-ритм есть. Блюграсс-инструменты есть. При этом звучит тягуче. На самом деле, Плант с таким работал еще в Led Zeppelin. И на сольниках с 80-х. The Price of Love, наверное, лучшая вещь на альбоме. Я легко бы представил эту композицию на такой пластинке, как Led Zeppelin 3. Или на работах вот Пейджа Планта, уже после распада Led Zeppelin. Особенно меня порадовал здесь отличный атмосферный звук прерии. Все-таки это в первую очередь американская запись. Даже некоторые критики характеризуют стиль пластинок Планта и Краус как американо. Ну и вообще, Элисон Краус — это известная блюграсс-кантри певица американская. То есть здесь как бы стык Британии и США. Go your way, my love. Go your way. Вещь чуть побыстрее.
Очень хорошо чувствуется, что Плант далеко не молод. Плант стар, да. Но при этом совершенно не ужасен. Разумеется, он очень сильно потерял в вокале, но он и не пытается быть как тогда. Он поет так, как ему сейчас комфортно, удобно. Поэтому получается вполне актуально. Нужно отметить, что по ощущениям Плант вообще на этой пластинке он более Led Zeppelin, чем на любом сольником. Он всегда в сольной карьере максимально не хотел быть как Led Zeppelin. И вот к 2021 году он так альбом за альбомом дошел до того, что он стал звучать наиболее Led Zeppelin после Led Zeppelin. Trouble with my lover. Вот тут в динамике узнается звук Барнетта. У Барнетта есть свой определенный звук, он еще автор многочисленных саундтреков. Именно вот к фильмам про маленькие американские города, про прерии. Сама Краус, она довольно типична для американской певицы такого стиля. Ничего прямо неожиданного вы в ее вокале не услышите. А вот неожиданные грубоватые гитары, которые здесь присутствуют в разных композициях альбома, каждый раз уместны. Будь то это гитара Рибо или гитара Барнетта. Can't Let Go. Довольно неожиданный реверанс Элвиса и Роллинг Стоунс с элементами серфа. It Don't Bother Me. Не нужно забывать, что Рибо много лет работал с Томом Уэйтсом. Вот здесь как раз чувствуется звук не Барнетта, а Уэйтса. Я выделил основные композиции пластинки. Все остальное неплохо. Прекрасно чувствуется участие всех действующих лиц. То есть звук есть и Барнетта, и Рибо, и Краус, и Планта, то есть и сольного, и Led Zeppelin. Все это здесь в наличии. Сама вещь авторства Планта, ну, ничего выдающегося. Такой Плант с духом Барнетта. То есть она как бы в концепцию пластинки полностью вписывается. Но сама по себе она ничем не выделяется и не превосходит каверы. Тут есть прямо скучные вещи. Но, с другой стороны, академики явно такое любят. Ну, судя по 5 Грэмми первой части. Не первой части, первому альбому. Вроде как я красиво расхвалил, да? Но моя оценка альбому 7 из 10. Потому что мы имеем атмосферный звук. Мы имеем Led Zeppelin. В первую очередь, Led Zeppelin времен третьего альбома. Мы имеем сольного Планта. И даже, наверное, не просто сольного Планта, а больше Планта с Пейджем. Во времена после Zeppelin. Мы имеем Рибо, мы имеем Барнетта. А также мы имеем американскую фолковую сцену. Вроде как красиво, прекрасный букет. Но при этой красоте, на удивление, слабый материал. В первую очередь сделан упор на аранжировки. И все эти люди, они мастера аранжировок, да. Получили звук, получили аранжировки. Проблема, на мой взгляд, именно в не очень удачном выборе самих композиций. Они просто как-то их не аранжируя, но они не очень интересные. Уж получается, если, как я говорил, то у Стинга получается не шаблонно, хотя он действует полностью в традициях, то здесь вроде как пытаются как-то отойти от традиции, а получается максимально шаблонно. Просто в совокупности по альбому, послушав одну, вторую, третью, четвертую композицию, вам начинает надоедать. Никакого развития в дальнейшем на альбоме нету. Вы уже прониклись звуком, вы прониклись тем, как эти люди работают вместе, все достаточно. Целый альбом для этого не обязателен. А возможно, причина именно в том, что слишком сильно сфокусировались именно на аранжировках, а не на материале. И материал, при понимании, как хорошо эти ребята умеют работать со звуком, материал пошел вот как-то вторым блюдом. Ну и рот, Стюарт, The Tears of Hercules. Этот альбом вышел чуть раньше, чем две предыдущие новинки, так что уже успел занять 5-е место в Британии. В США Род Стюарт последние 10 лет из топа выпал, но в Британии он все еще остается прямо супер топом, особенно в таком почтенном возрасте, ему там 76 лет. Это очередная его пластинка в его богатейшей дискографии, включая группу там Faces,
сольное творчество, работа с Джеффом Беком. Сколько лет уже на сцене, а все еще хочет выпускать новинки. Давайте также пойдемся по композициям, что нам преподносит данный легендарный поп-мен. В первую очередь, конечно же, Rod Stewart — это все-таки поп-музыка. Если Plant, ну, Plant, понятно, это Led Zeppelin, да, изначально. А Sting — это скорее софт-рок, но все же рок. То Rod Stewart, в первую очередь, это, конечно, поп-музыкант. One more time. Начинается как кантри, Боб Дилан, а потом начинается дискотека. Евроденс какой-то из 95-го и скрипочки. Очень странно. Габриэлла. Все тот же бит из 90-х, но вот в припеве рок-драйв почему-то появился. Довольно, причем плохо сочетается куплеты и припев. Но, с другой стороны, эта песня хотя бы запоминается. Ну, ее можно вполне дослушать. All My Days. Кантри, Рождество и все те же неизменные электробиты. Абсолютно неинтересный кавер на Some Kind of Wonderful, потому что достаточно версия Grand Funk группы, Grand Funk Railroad, потому что, в принципе, Стюарт взял их аранжировку. Born to Boogie, посвящение Марку Болану. Да, вроде как Стюарт неплохо копирует звук T-Rex. Набил название песен Болана в текст припева. Взял абсолютно вторичный риф, припев, по сути, не придумал. Просто удачно скомпоновал название песен Болана в припев. Вообще, в этой песне он такой, он довольно веселый, у него есть вдохновение, но он ужасно архаичен. И этим он немного напоминает поздние альбомы Нормана. Но если Норман все-таки как-то пытается быть больше в рок-н-ролл, тоже звучит архаично, но пытается быть в рок-н-ролл, ну и как-то не молодиться, то Род Стюарт за счет каких-то вот электронных битов пытается молодиться, но молодиться он на уровне 25-летней давности. То есть это уже не актуально, как лет 25. И в принципе, это было такое, такая мимолетная актуальность у таких стилей. Кукуарамабама. Прекрасное название. И это ZZ Top из 80-х. Причем вся песня звучит так, как будто бы это вечное вступление какой-то песни ZZ Top. Развития нет. Самое интересное, что в этой вещи есть, это саксофонное соло. Далее все биты заканчиваются. И ритм тоже. Это балладная часть пластинки. И становится просто скучно. Баллады для прогулок по Централ Парку. Или для саундтрека к фильму «Храброе сердце». Немного похоже на Спрингстина. Есть такая баллада для танцев, не знаю, школьной дискотеки 50-х. Есть кавер на Джонни Кэша, который звучит почему-то как будто бы Джонни Кэш родился в Шотландии. И также небольшие такие отсылочки к Брайану Адамсу. Помните, была такая песня «All for Love»? Там Брайан Адамс, Стинг и Род Стюарт. Вот примерно такого плана, только скучно, не придумано, не хитово. Моя оценка альбому 5 из 10. Это действительно плохо. Это архаично. Это устарело. Причем, мне кажется, автор не понимает, насколько это устарело. Его имя говорит уже за него. И его имя продается, то есть покупают просто по имени. Либо это покупают те, кто застрял в 90-х. Просто есть такие стили, которые вы можете играть и сейчас, да? Это старые стили, и вы не будете звучать архаично. А есть такие стили, которые мимолетны, они проходят. Если вы сейчас начинаете их играть, то вы просто устарели. Не, я не спорю, вторая часть пластинки — это не архаичные стили, но это баллады. Баллады в довольно стандартных, таких традиционных стилях, и тут надо сочинить. А сочинить особо ничего не удалось, а там, где чуть получше удалось, ну вот в более драйвовых вещах, там все испортили аранжировки, они просто
ужасные. Ну и вокал Стюарта, конечно же, нет. Потому если Плант, да, потому что не пытается быть молодым, то Стюарт где-то пытается, у него не получается, коробочка его тянет, не всегда, грубо. Все пытается молодиться, а не надо бы. Спасибо за просмотр, с вами был Rock'n'Craft, это были три классика популярной музыки. Впереди еще очень много новинок, путеводителей и всего самого интересного.